30 ноября по 3 декабря в центре Единоборств прошли 18-е открытые областные соревнования по боксу в памяти заслуженного мастера спорта России Александра Островского. Медали турнира оспаривали 84 участника из 5 регионов Сибири и Урала. Этот турнир с хорошей историей, и, конечно, дополнительно приглашать сюда спортсменов ехать не нужно. Спортсменам нужны такие площадки для того, чтобы соревноваться, чтобы проверять, в первую очередь, свой уровень, получать соревновательный опыт, и очень важно, чтобы таких турниров было как можно больше. Чем сильнее соперники, тем конкуренция как бы интереснее. То есть ты растешь, когда ты выступаешь и соревнуешься с соперниками, которые твоего уровня или выше тебя по классу. То есть только в этой ситуации ты можешь как спортсмен расти. Конечно, когда приезжают с других регионов хорошие спортсмены, это добавляет и статус турниру, ну и спортсменам, которые могут в этом найти как бы себя, победить, перебороть, да, если не получается, что-то не складывается. В соревновании мужчин высокий уровень мастерства продемонстрировал один из лидеров омской команды Ара Габаян. В финальном поединке в весе до 63,5 килограммов он взял верх над другим представителем нашего региона Судхаджином Байрамовым. Всего в старшей возрастной категории мячи завоевали 8 золотых медалей в 10 весовых категориях. Отметим еще два поединка наших спортсменов. Рахат Тюленов одержал волевую победу над Арханом Алиевым. В единственном женском финале Анастасия Шкурмяк выиграла у Альфии Алимжановой. Больше начал бить снизу, он больше коробочный боксер, начал пришивать атаку с ударом апперкота, я стал многосерийные атаки проводить, больше бить, много ударов, не давать практически думать сопернику, чтобы он что-то мог предпринимать против меня. Меня мотивировало стать первой, то, что это первый мой турнир имени Островского, в котором я участвовала. В поединке я старалась держать высокий темп, у меня получалось пробивать серию хороших ударов, старалась не забывать про защиту и контратаковать соперницу. Соперница была очень хорошая, я считаю, бой был достойный, тяжелый, я боролась до последнего. В споре юниоров наши спортсмены взяли 6 золотых медалей. Лучший поединок также провели два омских боксера. Рахат Джунусов по баллам выиграл у Артема Троегубова. Тренер установка была всегда в движении, давить всегда, не давать ему дышать постоянно. Хоть я давил, не давал дышать и все время попадал. В итоге омские боксеры завоевали 54 медали, в том числе 14 золотых. По одной главной награде в споре мужчин выиграли представители Новосибирска и Екатеринбурга. В состязании юниоров у спортсменов из Новосибирска 3 золотые медали. Одну награду завоевала команда Ямало-Ненецкого автономного округа.